Друзья, привет! Я Фикс Прайс на Индустриальном 34, Санкт-Петербург. Покажу новинки в этом магазине. Приятного просмотра! Опять привезли шкатулки из стекла и стали по 249 рублей. И Давиды появились по 199 рублей. Наконец-то и к нам доехали вот эти красивые цветы в горшочках. Три расцветки: желтые, светло-розовые и такие темно-малиновые. Горшочки сделаны из цемента, достаточно тяжелые, блестящие камушки. И цветы такие мягкие, эластичные. Выглядит очень симпатично. Покажу вам все расцветки. Смотрите, розовый какой красивый. Веточки выглядят очень натурально. Цена 249 рублей. Распылители на пол-литра, сделаны из пластика. Оригинальная такая граненая форма. В магазин прибыли три расцветки: розовые, зеленые и бледно-сиреневые. 77 рублей. Крем омолаживающий для рук и тела с пептидами, шелка, витамином Е. Питает и увлажняет кожу. Производство Россия Флоресанс. 77 рублей. Крем питательный для рук и тела с гиалуроновой кислотой и маслом зародышей пшеницы. Питает и смягчает кожу. 77 рублей. Набор лотков для кухни. Показан вариант укладки. Получается квадрат 31 на 31 сантиметр. Есть две расцветки: светло-бежевый и темно-серый. Россия, город Тольятти. 149 рублей. Салатник белоснежный из опалового стекла. Внешняя сторона матовая. Очень глубокий салатник, 1,5 литра. Цена 199 рублей. Красивый салатник необычной формы, квадратный с вытянутыми углами. Тоже глубокий, на 1 литр. Из опалового стекла сделан. Цена 149 рублей. Белоснежная тарелочка, 21 сантиметр в диаметре, из опалого стекла тоже сделана. Цена 99 рублей. Очень большой салатник, тяжеленький такой, тоже из опалого стекла, на 2 и 3 литра. Внешняя сторона матовая, внутри глянцевая. Цена 249 рублей. Симпатичный белый салатник с серебряной каемочкой по краю. Сделан из опалового стекла, тоже очень глубокий. Цена 149 рублей. Лоток для столовых приборов 31 на 26 сантиметров. Сделан из полипропилена в Китае. Расцветки светлые. Белый, светло-бежевый, светло-светло-серый и молочный цвет. 77 рублей. Обеденная тарелка 26 сантиметров, сделана из стекла. Производитель Гусь Хрустальный. И вторая тарелка с красивым декором. Тот же производитель. Цена 77 рублей. Вновь поступили термобокалы, сделаны из стекла с двойным дном. 300 миллилитров. Очень легкий. Цена 199 рублей. Контейнер с колесиками 36 на 19 и высота 13 сантиметров. Сделан из полипропилена. Вообще, мне кажется, очень удобная вещь. Можно использовать для холодильника, для овощей или для хозяйственных вещей. 149 рублей. Массажер для тела. Для улучшения воздействия массажем нужно использовать с кремом или с массажным маслом. Массировать можно руки, ноги, шею, бедра. Улучшает кровообращение и кожу. 77 рублей. Вновь поступили крючки, самоклеящиеся, две штуки в наборе. Очень легко использовать, есть инструкция.
поступили красненькие, с красными камушками, с желтыми, да, такого янтарного цвета и изумрудно-зеленого цвета. Цена 77 рублей. Ведро строительное с мерной шкалой внутри. Объем 12 литров. Сделано из полипропилена. Крепкий пластик. Металлическая ручка. 77 рублей. Красивое прозрачное ведро с цветочным декором. 12 литров. 199 рублей. В этом магазине тоже появились вот эти косметички, которые раскладываются в сумку-полочку. Внутри карманчики. Тут много расцветок. Есть черные косметички, розовые, белые, светло-серые, коричневые и темно-серые. Цена 199 рублей. Обратите внимание на стенд около кассовой зоны. Тут собраны самые ценные, наверное, товары из этого магазина. Всегда обращайте внимание, можно найти что-то интересное. Шампуни и бальзамы 2 в 1, без парафинов, фосфатов, парабенов известного бренда. Шампуни против перхоти 199 рублей. Веселые варежки для уборки привезли с рожицами. С одной стороны гладкие, с другой стороны лохматенькие. Состав полиэстер, поролон, есть петелька. Хорошо впитывают влагу, не оставляют разводов. Три расцветки – малиновая, зеленая, оранжевая. Цена 99 рублей. Привезли наборы простых карандашей, 12 штук. В наш магазин привезли 4 дизайна наборов. Карандаши разной мягкости. Состав – дерево и графит. Посмотрите, какие... В каждой упаковке красивые карандаши, разный дизайн. Сбоку вот видно, какой дизайн в упаковочке лежит. Цена упаковки 55 рублей. Набор цветных карандашей улучшенного качества. 12 цветов в коробке. Состав дерева и графит. Цена 55 рублей. А посмотрите, какие упаковки. Просто картины. И выбор очень большой. Цена 55 рублей. Набор, ластик и точилка. В наборе 2 штуки. Ластик отлично стирает. Цена 55 рублей. Посмотрите, какую вкусняшку привезли. Тут и Твикс, и Баунти, и Сникерс. И вся эта вкуснота стоит 27,50. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Не забывайте подписываться. До новых встреч. Пока. А это летний сад, и там красивая музыка. Наслаждайтесь.